В 7-й школе АХИ состоялось награждение участников фестиваля английского языка. Ребята у нас здесь находятся по поводу. У нас проходит награждение с областного фестиваля английского языка. В этом году мы проводили, 18 января этого года, проводили 5-й фестиваль английского языка. И лучшие наши номера в номинациях: видеоролики, декламация, драматизация, визитная карточка наших школ были отправлены на областной фестиваль. Вы знаете, что фестиваль проходил в таких сложных условиях, потому что коронавирус нам, так сказать, массовое мероприятие запретил, закрыл, поэтому мы проводили дистанционно. Но все свои номера победители мы отправили. Жюри у нас было приглашенным. У нас в жюри были представители Сахалинского государственного университета, лингвистический факультет, и были представители Ногликской гимназии, преподаватели английского языка. Вот, наши номера, которые мы представили, там видеоролики, спектакли, песни, стихи, заняли ведущие места. Вот, поэтому мы ребят сегодня пригласили наградить и, соответственно, рассказать всему району о том, какие у нас талантливые, одаренные дети есть. Сазонова Елизавета. Прорывом года у нас в этом году была Сарычева Наталья с Некрасовки. А традиционно, ну вот все остальные ребята были молодцы, не подвели ни в чем. Если раньше это были третьи места или просто сертификаты участников, сегодня это вторые места, это третье, это даже первое место, 5-й класс, драматизация, яркие мечты. Я первый раз участвовала, было очень сложно, мы очень долго репетировали. Но мы сделали это. Конечно бы ничего не получилось без нашего педагога Натальи Сергеевны. Именно ее большая заслуга в том, что мы сделали первое место. На протяжении 4 лет наш класс участвует в фестивале английского языка, и наш класс всегда занимает призовые места. Во время подготовки было очень много интересных, смешных моментов, можно сказать, незабываемых. Я очень благодарна своему классному руководителю, педагогу английского языка Абрамовой Наталье Сергеевне, ведь благодаря ей мы достигли такого уровня. Также хочу поблагодарить Афанасьеву Ларису Петровну, ведь благодаря ей проходят такие мероприятия, и своих родителей за поддержку и помощь. Еще раз спасибо Наталье Сергеевне за то, что все эти годы она нас учила английскому языку. Мы достигли такого уровня и смогли участвовать в этом фестивале. Я принимала участие в этом фестивале уже 3-й раз, и этот фестиваль был для меня шансом проверить свои знания английского языка и также повысить их уровень. Хочется, благодаря именно компании Exxon, мы смогли снять этот видеоролик, потому что они помогли нам закупить специальное оборудование для видеоролика. Выбрав хороший зимний день, мы вышли в парк и засняли хороший качественный видеоролик, после чего мы его озвучивали и отправили в Южно-Сахалинск, где занял этот видеоролик 2-е место в области. Фестиваль был направлен на развитие творческого потенциала педагогов и их талантливых воспитанников, а также повышение мотивации ребят к изучению английского языка. И цель, несомненно, была достигнута. Начиная с 1-го фестиваля, я принимаю участие именно в номинации «Драматизация». Мы ставили такие спектакли, как «Красная шапочка», «Снежная королева», «Ариэль». И именно «Аладдин» нам принес 1-е место в области. Мне нравится готовить детей именно в этой области, так как она помогает не только улучшить знания в английском языке, но также делает их увереннее перед публикой и раскрывает их творческие способности. Несомненно, выступление перед аудиторией, да и на английском языке, помогает детям увереннее чувствовать себя на уроках английского языка. После 1-го выступления дети также заинтересовались творческими проектами на английском языке. А после того, как 5-й класс узнал, что они выиграли 1-е место в области, их радости не было предела. Они теперь вновь готовы часами репетировать, родители готовы шить костюмы, и мы готовимся к новым победам.